Всемайки.ру – магазин футболок, толстовок, свитшотов, чехлов и других товаров. Огромный ассортимент, ну а если не удалось ничего подобрать, можно создать свой собственный дизайн. Ссылка на магазин в описании. Вот еще кого хочется. Казимиру хотелось бы на позицию ЦОП и Диего Гудина. Очень сильно. Гоу-пак откроем. Посмотрим, что там за наборы сейчас, кстати, есть. Можно один промо открыть будет за 250 монет. FIFA, ты за 350 FIFA поинтов. Давайте откроем и пойдем играть. Пожелайте мне удачи. О, информ сразу же. Нормально. Казимиру, ребята, есть. Я только перед стримом сказал, что я хочу Казимиру поймать. Он стоит тоже неплохо и пойдет в основу мою. Отлично. В первом промо-паке выпадает у нас Казимиру. Очень здорово, ребят. Давайте заскриним сейчас. Вконтакте скину фоточку. Подождите немножко. 170 тысяч стоит Казимиру, ребят. Правда, это не моя схема. Сейчас под мою схему подстроим. Посмотрим, как будет. Вот 4-3-3. Как теперь у меня будет в команде все. Вообще здорово, ребят. Сколько у нас получается? Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Карвахаль, Казимиро из Реала в основе. И опять стоимость команды увеличилась у меня. Порядком так, на, почти на 200 тысяч. Давайте пока у меня там чатик грузится, пак откроем. За 7500. А прикиньте, сейчас еще кто-то или какой-нибудь волкаут. Ну такого, наверное, вообще никогда не бывает. Чтоб подряд вот так вот. Ну хотя бы рарный игрок. Монтойя? Здорово. Жалко, что обычный, конечно. Хотел купить этого защитника, но не обычную, а информ карточку. Давайте еще промо один откроем за 350. А вдруг выпадет что-то стоящее еще? Кто же это? Правый защитник. Всех правых защитников в Ла Лиге собрал Гаспар.